не на верхах четкий. Не, мы продали УАЗик. Соткой? Да, ну и вот у нас котлет стоял, там сотка. Отличный мотор. У меня у самого такой есть сотка, и он сумасшедший движок. Все равно как-то не хватает. 38-ми не очень держит. Ну что, мотор стоит? Сотка! Сотка! Да, самый хороший мотор. Почему? Самый хороший мотор.